слышащий, это ты? О, я знал, что ты придешь. Пошлите лучших, чтобы сокрушить лучших. Астрид знала, что ее глупый волк не убьет хитрого Цицерона. Но матери нужно кое-что еще. Ты убьешь хранителя? Или мне убить слышащего? Вот это уже безумие! Всегда уделял внимание деталям, понятно? Деталям! А я убью меня! А тебе понравится. С самого начала в убежище этой части не было. Назовем это вынужденным расширением. Кто вынудил, спрашивается? Просто зайди и увидишь. Ну ладно, Цицерон он напал на эту шлюху Астрид. Но что делать несчастному? Когда его мать опозорена и осмеяна, конечно. Ah!
Если тебя это утешит, мне немного неловко из-за Визары. Тупой ящер просто попался под руку. Но прошу тебя, скажи, что этот неуклюжий пес истек кровью. Вот и кончается спектакль. Я попался. Я сдаюсь. Предпочитаешь слушать, да? Конечно, конечно, слышащий слышит. Шутка, смешная шутка, нашла? Тогда послушай, не убивай меня. Сохрани жизнь бедному Цицерону. Я напал на шлюху Астрид, о да, я сделаю это снова. Все ради нашей матери. Вернись к этой самозванке, скажи, что я мертв. Что я задушен собственными кишками. Но соври, да! Соври! Соври, оставьте! Делай, что хочешь. Цицерон уже не может драться. Иду. Сафур!
драться! Арн Бьорн в безопасности. Благодарю тебя. Но кто дурак? Цицерон мертв? Великолепно. Ты просто прирожденный ассасин. Знаешь что? Можешь пока оставить себе Тенегрива. Он отличный скакун, но в последнее время совсем застоялся без дела. А теперь, когда мы прибрали бардак Цицерона, самое время вернуться к насущным делам, да? Осталось еще одно убийство, прежде чем мы ударим по императору. Тебе доводилось слышать о гурмане, читать его поваренную книгу? Она пользуется бешеной популярностью. Гурман будет готовить особый обед для императора. Ты убьешь его, выкрадешь его грамоту и сыграешь роль шеф-повара. Этой частью плана занимается Фестус. Он близок к тому, чтобы выяснить, кто такой этот гурман. Поговори с ним. Ну что ж. Брат, привет тебе, брат. Ну, во имя Ситиса, перебить всех, это же надо. И одного оставить в живых, чтобы были свидетели. Есть ли граница у твоего таланта и коварства? А, вот и ты. Долго же вы там возились с Цицероном. Теперь давай перейдем к делу. Астрид. Именно так. Но сперва нужно узнать, кто он. Если, конечно, Гурме это он, а не она. Может и женщиной быть, мало ли. А, само собой, само собой. Во время своих расследований я наткнулся на это. Поваренная книга Гурме, но не просто книга. Она подписана, видишь? Это, кажется, подарок от Гурме какому-то Антону Верану. Я выследил Верана. Он живет в крепости Маркарт. Тамошний повар. Думаю, да. Так что тебе нужно узнать у Верана, кто такой Гурме на самом деле и где его можно найти. Да, и когда закончишь с Вераном, убей его. Концы в воду и все такое. А потом тебе нужно будет... Ты меня слушаешь? Я уже говорил. Тебе нужно будет убить Гурме, конечно. А еще забрать его охранную грамоту, чтобы потом занять его место. Да, и если сможешь, спрячь тело. Чем дольше его не смогут опознать, тем лучше. Теперь беги. Запомни крепость Маркарт. Там ты найдешь...
Не обращай внимания на собак. Они нервничают, если их не покажут. Надо работать, не то Антон мне башку оторвет. Thank you.